Вашему вниманию предлагается мотоблок Вейма, модель WM500U. Данный мотоблок, установлен на нем двигатель мощностью 7 лошадиных сил, бензиновый. На данном двигателе установлен кикстартер нового образца, новый карбюратор, воздушный фильтр циклонного типа с масляной ванной и также глушитель нового образца. Передача крутящего момента от вала двигателя к первичному валу коробки передач осуществляется с помощью двух ремней. Профиль B. Сцепление безопасное стоит с фиксатором. Вот таким вот образом. И нажали ручку и поехали. Отпустили, мотоблок остановился. Сцепление приводится, натяжной ролик натягивает ремни, и мотоблок приводится в движение. Коробка передач имеет три передачи. Две передачи вперед и одна передача назад. Редуктор, корпус редуктора исполнен из алюминиевого сплава. И привод на ось колес от вторичного вала коробки передач осуществляется с помощью цепи. Также установлены пневматические колеса 3,5 на 6, шестигранник на 24 мм. Также установлены грязезащитные щитки, сцепка с распорными болтами и сошник. Также установлен новый эргономический руль, который с возможностью регулировки как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной. Ширина культивации от 800 мм до 1100 мм. Глубина культивации 150-250 мм. Вес мотоблока 60 кг. Свой заказ вы можете разместить на сайте, а также по номеру телефона 099-642-3979, а также 093-536-4120.